Сьогодні до нашої студії завітала Вікторія Тишкевич, заступник керівника державного підприємства «Миколаївстандарт Метрологія». Вітаємо вас. Дякую, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Отож, стосовно взуття. Я так розумію, що у нас є чимало ще й стандартів стосовно цього. Да, в Украине в настоящее время продолжают действовать государственные стандарты Украины. Они предназначены, и требования выражены, отраженные в них, касаются обуви разного предназначения. То есть отдельные стандарты касаются обуви повседневной, отдельные стандарты касаются обуви модельной, обуви дорожной. Я думаю, ставить дитячее взуття також. Отдельные требования, более жесткие, которые касаются и тех материалов, из которых изготовлена должна быть обувь, и определенные обязательные требования к тому, чтобы ступня ребенка, когда формируется, то определенные требования и к подошве, и к жесткости, потому что, ну, естественно, к прочности. Стандартов по обуви очень много на каждой обуви, но особенность в том, что стандарты есть, но они не обязательны. Да, европейское законодательство, в соответствии с европейским законодательством, украинское законодательство реформируется и отменена обязательная сертификация, но это не значит, что не нужно соблюдать эти требования. Европейские директивы постепенно адаптируются к украинским, вводятся технические регламенты. Сейчас технический регламент существует в части маркировки обуви. То есть для того, чтобы на украинский рынок поступала обувь и была понятна для украинского потребителя, и введен этот технический регламент маркировки обуви. Ну и мы надеемся, что и наша обувь будет конкурентоспособна и будет поставляться на европейский рынок. Значит, она должна быть с учетом тех требований, которые существуют в настоящий момент. Я бы хотела показать основная часть, которая в этом регламенте узнаваема для потребителя, это вот эти так называемые пиктограммы. То есть на маркировке обуви в любом удобном месте, которая воспринимается для потребителя, либо это будет на этикетке, либо это будет нанесено тиснением, либо липкой наклейкой на подошве, будет нанесено пиктограмма, касающаяся верха обуви. Значит, если там нанесен значок. Давайте мы еще раз покажем, чтобы детально, чтобы мы разумели. Я буду показывать. То, что верхняя, то ось верхняя вот эта пиктограмма, это касающаяся верха обуви. Если будет стоять значок кожи, то это значит обувь, верх кожи из верх обуви из кожи. Это касается подкладки и стельки. Это касается подошвы. То есть, если во всех трех случаях нанесен значок кожи, то это значит кожаная, и бывает же и кожаная подошва модельной обуви. На что следует обратить внимание? Безусловно, возникнет, к примеру, вопрос, если на обуви есть какой-то элемент украшения какое-то. То есть, считается, что обувь, например, кожаная, если она состоит из 80%, из кожи, да, то из кожи, да. Обращать внимание на то, и какая подкладка, потому что иногда именно это вызывает определенный дискомфорт. Что еще я хотела, что хотела обратить внимание? Покрытие. Например, лаковое покрытие или же покрытие какими-то определенными, ну, как сейчас модно, там, блестками, какими-то там тиснениями. То есть это покрытие может быть не более трети. То есть одна третья часть может быть покрытием. Ну и в связи с этим должны быть обязательным образом рекомендации от производителя по тому, как ухаживать за этой обувью. Потому что именно покрытие, бывает повреждение покрытия. Я не говорю о механическом от неаккуратной носки, я имею в виду о том, как, допустим, определенные... Во время чистки там... Чистки, ухода за обувью. Если это обувь из бамбука, то, безусловно, нельзя пренебрегать средствами пропитки, чистки. Ну, а лаковая обувь – это, наверное, самая нежная. Которая нужно трепетно относиться, да? Да, безусловно. И бояться даже носиться. На что стоит обратить внимание еще потребителям, когда они выбирают обувь? Как узнать, что она изготовлена по ГОСТу? Если мы говорим об обуви, которая произведена в Украине, а я бы хотела все-таки поддержать именно эту обувь, повторюсь, обязательной сертификации не существует, технический регламент касается только маркировки, значит, нужно обратить внимание на то, какие же все-таки средства производитель, импортер или поставщик, все-таки что они сделали для того, чтобы подтвердить качество своей обуви. Один из методов – это продолжает существовать добровольная сертификация. Я являюсь заместителем руководителя органа по оценке соответствия, мы проводим работы по добровольной сертификации.
При добровольной сертификации обязательно проводится испытание обуви. Прочность, гибкость подошвы в соответствии размеру, что немаловажно. Для этого, я так понимаю, есть специальное оборудование? То есть там мы обращаемся в аккредитованные лаборатории, которые проводят испытания, дают протокол. И мы дальнейшие, какие существуют гигиенические требования, соблюдены ли при выборе материала, как, даже какой клей, это очень важно, какой клей используется для подошвы. То есть, и проводят работы по добровольной сертификации. Я бы хотела обратить внимание на знаки сертификации. Я хотела просто изображение, вот это знак добровольной сертификации. 45, и он 0,45 такой... это код нашего органа, поскольку я являюсь представителем именно этого органа. Поэтому То есть это в прямоугольной? Я так понимаю, прямоугольник и трилистник. Вот. Это знак соответствия техническому регламенту. Я просто почему его здесь... Я повторюсь, что технический регламент касается только маркировки, и он не требует нанесения этого знака. Я просто почему их привела рядом, для того, чтобы... Понимали, разницу. Видели разницу. То есть сейчас добровольная сертификация. Я бы хотела обратить внимание, что если есть знак добровольной сертификации, значит, ответственный производитель уже взял нас как бы как третью сторону, нас или любой другой орган взял как третью сторону, чтобы подтвердить качество своей продукции. Этот знак наносится в виде наклейки, в виде теснения? Любым доступным способом, который останется на обуви, скорее всего, это может быть теснение. Теснение, потому что это самый удобный и долговечный способ. Я предлагаю слегка прерваться, потому что наши коллеги спросили у николаевцев по поводу их обуви. Как ухаживать и как ее выбирать? Вот советы от николаевца узнаем прямо сейчас. Давайте послухаємо поради миколаївців, яке взуття потрібно купувати та як правильно доглядати за ним. Приходить, щоб кожного разу його мити, потім перед виходом протирати щіткою. Довголіття? Ой, навіть не знаю. Якісна обув, вона є дорогою, це я точно скажу, буде довше носитися. І кожен день, як це робить мій хлопець, доглядає, то в нього, я не знаю, взуття, це точно, що довголіття носиться. Протираю, какую? Кожаная, замшевая. А любую обувь, как сохранить жизнь нашей обуви? Расскажите нам. Протираю тряпочкой, если грязная, мокрая, просушиваю на балконе, затыкаю туда газетку, носок и прячу, если надо сохранять. Нормально. А посоветуйте, как продлить жизнь нашей обуви? Все-таки она, как видим, сейчас... Ну, во-первых, нужно сразу грязь убирать с обуви. Это в первую очередь. А потом обрабатывать специальными средствами. В крайнем случае есть такое средство, как вазелин. То же самое для кожаной обуви. Это прекрасное средство. Оно не пропускает воду. Сушить, конечно, вблизи от открытого огня. Вот. Ну и еще такое простое народное средство набивать газетой. Она влагу питает, если и мокрая, если есть после дождя. Засуду слышала, да. Но есть еще использование пакетики чая, можно туда засыпать, да. Вот. Даже сухая горчица помогает убивать, запах этот убирать. Во-первых, надо обувь иметь не одну. То есть туфли должны быть минимум двое. Шлепанцев минимум двое. То есть не по одному. Потому что когда постоянно каждый день носишь обувь, она занашивается. Поэтому как бы ухаживать тут такое дело. Все зависит от того, как ты ее носишь, где, в каких условиях. Поэтому тут, если обувь уже пришла в негодность, поэтому ничего не сделаешь. Кстати, я сегодня только что одел новые. Сезонная обувь – это самый оптимальный вариант, потому что и мода меняется и так далее. То есть я раньше тоже покупал очень дорогую обувь, а на сегодняшний день я понял, что это не, уже 2 или 3 года я покупаю недорогую обувь. И, в принципе, доволен. Каждый год я меняю какие-то модели, так неинтереснее. Потому что когда дорогую покупаешь, ее же хочется беречь постоянно, а это не всегда получается. Ну, покупаю средства для обуви всякие. Ну, допустим, воск. Воск, да. Там, крема всякие, губочки. Смотря какая обувь. Потому что если замша, то только спрей. Там, если кожа гладкая, то, естественно, другой уход будет. Крем был раньше, но сейчас такое ерунду продают, турецкое, что смола, как жир какой-то. Раньше был крем прекрасный. Хорошо, а вот какой-то гуталин вот раньше был? Ну вот это же гуталин или как, ну прекрасный был, а сейчас же, что наши выпускают, Украина, что выпускают? Все привозят, мы же ничего, все от нас все забирают. Никак, как все. А как? Щеточкой, натираю чем-то,
так. А что лучше покупать? Дорогую обувь, там, кожаную или кожзам дорогой? Либо же сезонную просто купили, потом... Раз... Сезон относил и выбросил. И на следующий сезон, да, купил еще. Ось такі коментарі від миколаївців, і хотілося б від вас уже, як від експерта, дізнатися. Коментар ще до народних парад. Я скорее не експерт, а независимый, так сказать, представитель независимой организации, которая проводит оценку независимо третьей стороной. Ну, самое, что из этого можно подчеркнуть, это все-таки разумно использовать обувь по назначению, то есть если это модельная, то не идти в ней в поход. Вот, по назначению. Во-вторых, все-таки использовать специальные средства, потому что даже если это мокрая обувь и набить ее газетами, то можно ее деформировать и нанести ей ущерб скорее, а не просто высушить. Поэтому все-таки использовать по назначению. И хочу сказать, что визитная карточка любого товара, будь то обувь, будь то одежда и продукты, это маркировка. То есть чем больше информации есть на маркировке, на обуви она может быть не нанесена, там, ну что, размер, полнота, знак соответствия техническому регламенту, значит, должна быть еще упаковка, которая непосредственно, ну, коробка. Которая, опять-таки, инструкция по уходу. В обязательном порядке. Если это производитель ответственный, который в соответствии с нормативными документами соблюл все требования, то есть есть гарантийный талон, есть рекомендации по уходу, которые именно производитель, как никто другой, знает лучше, чем кто бы то ни было. Есть гарантийные обязательства. И когда человек покупает обувь, то он имеет чек и уточняет у продавца, если это специализированный магазин, с какого момента наступает гарантийное обязательство. То есть для весенней обуви, что будет являться сезоном, если мы ее приобретаем, например, летом. Ну, я не там именно весенней, нет такого понятия весенней, это демисезонная обувь. Кстати, а когда я читал некоторую информацию, как бы в подготовке к эфиру, я увидел, что есть конкретные прям рамки, там, с 15-го или, да, вот, числа. Их нужно уточнять у производителя, у реализатора и не пренебрегать чеком и убедиться, что есть все это. Я понимаю, что не во всех, если мы не говорим о специализированном магазине, то мы сами себя подвергаем такой вот риску, своего рода риску, потому что мы не сможем доказать то, что кто, и потребовать от кого-то соблюдения гарантийных обязательств. Поэтому повторюсь, нужно обращать внимание на маркировку, где вся необходимая информация, начиная от того, для чего это обувь повседневная или это обувь модельная, эта информация вся содержится на маркировке, кто производитель, куда обращаться с рекламациями. То есть если мы стремимся адаптировать наше законодательство к европейскому и сами стараемся быть уже ответственными покупателями, то мы должны начинать с себя. В вопросе от одного из николаевцев прозвучала фраза о том, что в последнее время он не покупает дорогую обувь, он берет себе подешевле, и ему так удобно. Может ли, действительно ли дорогая обувь, она настолько хороша, и может ли быть сертифицированной хорошая дешевая обувь? Не настолько заоблачными ценами. Мы говорим о материалах, которые используются. Если это кожзам, мы понимаем, что у него может быть больше, срок годности может быть меньше. Дело не в этом. Мы говорим об обратной связи. И не всегда формируется стоимость. Я не являюсь представителем производителя обуви, но смею предположить, что иногда стоимость – это торговая марка, раскрученный бренд. Салон, все что угодно. То есть имя добавляет все-таки тот процент, скажем так, большой, львиную долю даже. Да, и подтвердить, что это именно эта торговая марка, сложно. Но если приобретать обувь, например, в фирменных салонах, у нас в Николаеве есть магазины от производителя, и они эту информацию доносят до производителя, то тогда стоимость будет меньше. Но если это, конечно, обувь кожаная, и в ней использованы качественные материалы, и, естественно, есть какие-то накладные расходы по получению всех этих документов, но в таком случае будет и обратная связь. То есть в основном необходимо ориентироваться на среднеценовой показчик какой-то, да, и не надеяться, что там, если за 200 гривен вам предлагают кожаную обувь, то она кожаная. Ну, то есть, скажем так, тут уже объективно просто оценивать материалы. Иногда бывают модели, которые просто прошлых лет, которые нужно уже по себестоимости реализовать, чтобы они просто каким-то образом. Ну, то есть нужно ответственно подходить к выбору, они по возможности, конечно, не гнаться с дешевизной. Ну и разумное звено в том, что я, как любая женщина, скажу, что одной пары обуви недостаточно. Вы солидарны с этим мужчиной? Безусловно. И с женщинами я солидарна. Должно быть какое-то количество обуви. Ведь это элемент
хорошего настроения, хорошего обувь качественного. Еще один момент, что для себя я, например, однажды открыл, это когда производитель дает рекомендацию еще по средствам, которые необходимо покупать определенной марки даже. Я думал, что это просто реклама, но вот лично уверился, что пользуясь одними, две, я люблю всегда брать по две пары, знаете, про запас. Если одна, то второй раз можно подменить, и все хорошо. Когда пользовался этими средствами, реально очень помогает. То есть я так понимаю, что производитель реально хорошо понимает, что нужно для его обуви. Ну, если рекомендует, значит, подходит к этому вопросу ответственно. Я еще хотела бы обратить внимание на качество и детской обуви, на то, что к этому нужно подходить очень ответственно. Ну, это, наверное, тема отдельного эфира, да, эфира, что... которая там есть очень много нюансов, которые стоило бы обсудить. А информацию по поводу николаевских производителей и вообще производителей их качества можно где-то подчеркнуть еще? Я не могу рекламировать, так как я являюсь представителем государственной организации, но у нас на сайте есть вся необходимая информация. То есть можно зайти и все найти? О тех предприятиях, которые мы сертифицируем. Поэтому, друзья, давайте будем искать отечественного производителя, его поддерживать, тем более качество хорошее. Сьогодні до нашої студії завітала Вікторія Тишкевич, заступник керівника державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрології».